Привет, ребята! Ну что ж, мы отпраздновали наши 3 года в Канаде. Пролетели они как 3 месяца. Практически все это время вы наблюдали за нашей жизнью. И сегодня я хотела бы приготовить такое коротенькое видео о том, как мы прожили эти 3 года. И начался уже наш 4-й год. Мы хотим пожелать сами себе успехов, продвижения, и чтобы все наши планы, так сказать, сбывались. Приятного вам просмотра! Посмотрите, какие они были, эти 3 волшебных года на новой земле. Интересно, наши вещи туда уже завезли? Идоша, Идоша, куда ты летишь? Куда ты летишь? В Канаду. В Канаду летишь? Да. Ты любишь Канаду? Да. Что в Канаде есть? Ну ты мне скажи, что в Канаде есть. Снег. А что еще? Маквина. Понятно. Единственное, что сейчас мы уже прошли паспортный контроль, забрали сумки. Я позвонила Полине и сказала, что мы приехали. Она уже ждет Юра, за нами тоже приехал. И малыши с Костей в туалете. Мы уже все без сил. Только пройти иммиграционный процесс. Малыш очень хорошо перенес дорогу, только уже в конце расквасился. Вот. Привет, Идошка! Привет! Как дела? Хорошо. Мы вот спим на таком матрасике. Вот такую тумбочку нам дали и вот такую лампочку. Вот это внизу батарея. Окно, вот, значит, можно подойти к окну и посмотреть, какой у нас красивый вид. Вот я сейчас подниму Трису икеевскую, которую нам оставили ребята предыдущие, они из Икеи везли ее из Израиля, но меньше с тем. Вот наш вид с окна, со спальни. Меня зовут Инна, и я начинаю свой блог о моей иммиграции, моей и моей семьи в Канаду. Идоша, привет! Ты где сейчас? Я сейчас дома. Мы с тобой пришли гулять. Да. Мы с тобой куда-то пришли гулять. На какую-то красивую улицу. И вышли с тобой не какой-то не на той остановке. Ну, пошли. Ну что, малыш, мы с тобой сегодня погуляли. Сейчас ты кушаешь в Макдональдсе. Тебе вкусно? А что ты кушаешь? Что это? Thank you.
прекрасный момент, когда люди понимают, что окей, мы накупили столько всяких вещей, у нас столько всего-всего-всего, а мы половина не пользуемся. Половина вообще стоит вещей, которые не распакованы, не открывались, какие-нибудь там миксеры, я не знаю, какие-нибудь инструменты, масла для машин, ну, бесконечное количество вещей. Как захламиться, знают все люди в мире. Вот. Есть небольшая причина, так сказать, того, что долго не было новых роликов. Причина эта заключается в том, что у нас пополнение в семье, у нас родилась девочка, то есть у меня, вот, Габриэль, 28 октября 2013 года. И за определенную сумму ешь сколько хочешь. Вот, здесь мы платим в данном случае $15 и кушаем сколько хотим суш. Мы решили так отпраздновать наши 2 года. Вот здесь они тебе подливают водичку всегда, вот стоит джинджер на столе, васаби подносят. И вот здесь вот можно увидеть, если не знаешь, какие суши, то посмотреть, из чего они состоят. Пюре. Вот. К нему хлебушек такой. Вот как это все вкусно! Приятного аппетита! Доша, убери голову. Бабушка наша проснулась на полу, лежит. В уголочке нету места для нее. Да, Доша? Ой, свет! Все кушаем, ждем, ждем уже, когда дадут сироп. Папа, посмотри на папу. И Габи покажи. Как на картинке. Смотрите, какая прелесть. Как фу. Да, я видела какую-то передачу, в которой говорили, что у меня иногда бывает запах. Такой. Вот, мой муж пришел, я ему даю понюхать. Да, это говорили мне, что есть такой запах, но это очень полезно. Очень полезно. Сейчас мы вычистим эти косточки все. Их надо почистить. Сейчас мы их... Как в дыме нужно вот это вот очистить. Вот так вот я ложечкой. Там видно, не видно, я не знаю. Как по структуре, оно вроде как тыква. Даже немножечко такие волокна есть. Едят ее сырую. Когда она недоспелая, ее даже тушат и делают в духовке. Как тыкву. Но вообще употребляют в сыром виде. Вот еще раз показываю, какая красота. Запах, не то чтобы она сильно там воняет, но каким-то немножко как помоями, что ли, я даже не знаю. Да, такой запашок, конечно, не самый экзотический. А может, да, именно в этом и заключается экзотика. Инна Фримович. Я вам хочу так признаться в этом видео, что одна из причин, по которой мы покидаем Квебек через месяц, это французский язык. Но в данном случае это касается не французского языка как чистого языка, это касается аспектов школы, моей работы и еще также именно вот культурная прослойка, она тоже такая своеобразная. Тоже накладывает здесь отпечаток. Ну, мы приехали, птички поют. Сейчас будем открывать гараж, потому что у нас нету ключа, будем заходить через гараж. Боже мой, я не верю. Это мой домик. Вот какой у нас вот домик. Ура! Газонокосилку оставили. Ура! Мы дома, это
наш гараж, это наша машина, это наш гараж, это пылесос. Он здесь центральный. Так, заходим в дверь, которая... А вот это вот, кстати, выход на задний двор. А, ну трава не такая высокая, как я боялась. Вот задний двор наш. Вот он. Надо траву, конечно, косить. Вот, Дашка, смотри наш задний двор. Смотри. Wow, that looks more bigger backyard. More bigger? Так. Теперь... Господи, там ребенка оставили. Вот наш... Это как будто бы бейсмент. Заходим. Вау. Здесь ступеньки наверх, но потом... Иди наверх. Ну что? Ура! Привет! Мы очень рады. Туалет. Сейчас, Атоша, подожди. Я открою дверь. Мы в моей блоговой маленькой жизни... на этих днях исполнилось 2 года моему видеоблогу Израиль Инна. Я, во-первых, что хочу сказать, нам 2 года, и у нас 100 видео. У нас это у меня с вами, потому что вы, мои дорогие, те, кто за мной следит, те, кто меня читает, смотрит, пишет мне комментарии. Я очень это ценю, очень вам благодарна. Вот этим видео хочу отблагодарить каждого из вас в отдельности. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, хочу подытожить. Моя цель была 100 видео, и как бы я думала, что на этом все закончится, но я так понимаю, что сейчас только все начинает. Безумно интересно смотреть, сколько будет видео просмотров. Все время пытаюсь где-то подсознательно понять, какая же все-таки тема более интересна, какая тема больше раскрывается. Вот это у нас мадам Массимо, наша учительница. Вот она. Массимо, вот она. Все, так что и Доша, у тебя много новых друзей. Сейчас будем смотреть все, кто пришел. Кто твой новый друг будет? Нет, нету. Нету, но будут сейчас. Сейчас будут. Видоша, пока, Буся. Have fun. Одним словом, что могу вам, ребята, сказать? GPS нас куда-то завел, полностью отвернулась просто от дороги аэропорта. И мы съехали через какой-то пакистанский район, в котором есть Сахара-ресторан. По $4 можно купить дил. Я вообще не понимаю, куда мы едем. Мама уже приземлилась, в любом случае. И она уже даже как бы находится точно на территории аэропорта сейчас. Мы непонятно, где едем. Это все GPS виноват. Мы сейчас просто реально, он нас отвел от этой дороги, чтобы сделать круг и вернуть нас назад на эту дорогу. Я вообще не поняла прикола GPS. Короче, я начинаю нервничать. Посмотрим, куда мы приедем и во сколько. Надеюсь, мама не будет нас встречать в аэропорту. С цветами. Мы приехали, мы уже на паркинге. В общем, каждые полчаса 30 минут. Я не знаю, сколько оплата вначале. Но, в общем, мы в конце покажем, сколько мы заплатим. У нас малышка уснула. Сейчас мы ее будем вытаскивать, да? Все, Баби Вали приехали взлетать, да. И все. В аэропорту идем. Вот как далеко идти. Господи, я надеюсь, мама нас не будет сейчас действительно встречать. Все, короче, вот так все красиво выглядит. Вот. Вот так. Я сама первый раз в Торонтовском аэропорту. Вон там люди внизу. Короче, одним словом, ждем. Пока вроде здесь никого нету на выходе. Ждем. Так, снимай, сейчас... бабушку показывай, бабушку. И сейчас... Красота. Какая красота, солнце. Ну что-то тучки набегают. Набегают. Кочевые красивые облака такие. Боже мой. Канада! Ура! Я не верю, что я на другом континенте. Так все красиво, свежо. Боже мой, Бог дал сегодня солнце, погоду. Мы с сынкой идем гулять. Да. Идем в кафешку.
Я приглашаю дочь свою. С другой стороны. Приглашаю дочь свою. Круто. I got the regular. Okay, where are we going? What are we going this way? Where is everyone? Все, идем дальше. Интервью у бабушки. Сразу. Я в шоке, холодина, куча народ. Машина. Иду осторожно, только смотри нам. Ты иди только осторожно, сыночек, хорошо? Вот смотри, эти детки, как они быстро бегают. Больше. И самое интересное, что у них есть садик для деток, поэтому мы едем с Габочкой вместе. Как раз у нее, правда, время спать. Вот, но мы вот на остановке стоим внутри. Сегодня не очень холодно, ждем, оттуда должен приехать автобус. Автобус едет в среднем минут 10. Плюс пока я приеду, разложусь. Короче, встреча будет проходить где-то час. Вот. И в течение этого времени, часа, Габи будет находиться в садике, прямо который у них там при этом в welcome-центре. Не знаю, что за воркшоп, поеду, все вам расскажу. Поехали. С бабушкой. Вот, я вот в шапке, молодая была. Вот канадская реальность. Вот как мы выходные проводим. Окей. Это ровно на самом деле там выглядит так страшно. На самом деле только лишь работы. Работы здесь ровно на 10 минут. Разговоров больше, чем работы. Мне отдыхать на Кубе? Мне тоже отдыхать на Кубе, да. Давай, это там пока чисти, да, я не. Габуша, Габи, Габушкис. Ку-ку. Привет. Что, Буся? Идем, я тебя сниму спереди. Посмотри на меня, бабу. Привет. Еще раз на меня посмотри. Красавчик мой. Так, давай сфотографируем. Ку-ку, Габи. Габи. Это была сметана.